9 единиц. Занимаем боевую высоту 50, скорость 250. К тебе нет вопросов, капитан. Но место хвостового стрелка в твоем экипаже теперь считается проклятым. Завтра у них последнее занятие. Послезавтра выпуск. Выбирай. Со мной поедешь. Тридцать шесть бомбардировщиков готовы к длительному перелету. А если полет на высоте более 6000 метров? Уверена, что все могут такое выдержать. Недолго придется лететь. Долго. Будем бомбить Берлин, ребята. Товарищ капитан, за меня не переживайте. Не убьют меня, я ж везучий. Да я не переживаю. Машины старые, моторы все изношены. Вообще до Берлина долетят? А вдруг не вернемся?